Уволить главу Фискальной службы Украины Романа Насирова. С этим требованием одесситы митинговали под стенами областного налогового управления. Несколько десятков активистов выразили таким образом поддержку протестующим на аналогичной акции в столице. Руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская тоже сегодня вспомнила про своего обидчика Романа Насирова. На главу Фискальной службы подают в суд. По словам Марушевской, Насиров огласил конкурс на должности начальников таможенных постов незаконно. Протесты и жажда перемен – как неотъемлемое свойство сознательной нации. Очередной одесский пикет возле налогового управления не получился масштабным. Очень жаль, что нас сегодня здесь немного. Желательно, конечно, чтобы больше людей приходило на такие протестные акции. Но то, что происходит сейчас в Киеве, конкретно под руководством Насирова, это просто бандитизм и грабеж. Зачем они здесь? Митингующие рассуждают по-разному. У меня тоже есть мечта. Когда мы будем жить в такой стране, когда на проверку будет приходить налоговый инспектор, аудитор, вежливо, приветливо улыбаться. Скажите, что вас сегодня сюда привело? Против поменять немножко власть нашу. Воруют, не дают людям жить. Ему в Лондоне объявили, что он коррупционер, а он до сих пор сидит на месте своем. Ну это, я не знаю, в любой другой стране, ну исключая, может быть, Россию, он бы тут же побежал бы бегом, припрыжку и подал бы отставку. Поэтому я здесь. Можно ли расценивать вашу акцию вот против Насирова как в поддержку Марушевской в контексте их конфликта? Ну, Марушевскую я не владею вопросом. Говорят, что она делает хорошие дела. Не знаком в плане, что там у Марушевской. Я просто не отслеживал. Но я ее поддерживаю, конечно. Марушевская, она молодая, активная девушка, которая... Ну, старается. А чем вот Насиров не нравится? Вот если так простым языком. Это говорит только об одном, что это закон. Простым языком, но хотелось бы поменять что-то, не знаю. Помитинговав возле налогового управления, активисты отправились на другую акцию протеста. В административном суде экс-прокурор Николай Стоянов попробует воскреснуть в качестве прокурора Одесской области. Иван Леонтьев, Михаил Данилов, Тумское ТВ.